мы с вами на одной волне. Итак, дорогие друзья, мы сегодня слушаем музыку одного из крупнейших композиторов 20 века, Альфреда Шнитке.
Мы слушали первую часть прелюдию, затем вторую таккату. Вы уже услышали много-много стилей, много составных частей. Рядом с концерто гросса барочного типа современные обороты массовой музыки. Рядом с как бы расстроенным роялем вечной древней клавесин. Сейчас вы услышите, что происходит дальше. Вы, наверное, обратили внимание только что в таккате, то есть во второй части, что удивительный сюрреализм. С одной стороны, вы слышите все формы изложения музыки барокко, а с другой стороны, они все сквозь призму других времен, наших времен, трагических времен. А сейчас речитатив. Это драматическая кульминация всего концерта Гросса. Постоянное наполнение, напряжение растет. Ощущение какой-то странной дымовой завесы. Попытки найти истину. При свете свечи, попытку открыть для себя что-то. Это очень сильное, резкое, жесткое и вместе с тем очень хрупкая музыка. Итак, часть третья, речитатив.